Итак, ребята, всем снова привет. В общем, долго я пытался пройти эту миссию и так и этак. Или натыкался на какие-нибудь нестыковки, что кто-то где-то оставался на месте и стоял до последнего и так далее, и так далее. В общем, я решил, что я ее пройду лучше сначала. И тем более, в принципе, неплохую уже схему выработал, которую я сейчас покажу. Вот. Водку я так и не нашел. Очень долго ходил, искал. И, к сожалению, the liberation cult так и не has installed обнаружил. Itself in the southwest penthouse wing, and the exhibition is open to hotel guests. You should be able to acquire your targets there. Proceed at your discretion. Так, мы сейчас для начала бежим на саму выставку, и на выставке нам нужно будет взять яд. Кому интересно, вот в этой вот комнате, вот, где, видите, вот горит сейчас штучка. Замок, да. А, там есть одежда послушников, но я не знаю, для чего она нужна, кроме того, как проникнуть непосредственно на вот эту церемонию, которую они наверху проводят. Ну, неважно. Просто я ее обнаружил, я еще на самом... Так, берем. Также я еще чисто случайно нашел, где можно найти универсальный ключ для всех дверей здесь. Он находится в другой части. Так, для начала, подождите. Это делается вот так. Hey, you, please stop. Сейчас он отвернется. Вот здесь вот так встаем. Блин, зафейлил. Вот, все, он отвернулся. Сейчас он отвернет голову. Опа, и проникаем на запретную территорию. Мы чуть-чуть протупили, промедлили, но ничего страшного. Так, мы будем сохраняться, наверное, на вот это сохранение. Блин, нет. Этот козлина смотрел в нашу сторону, и он нам все зафейлил. Нам нужно отравить бокал вина, и тогда вот этот мужик, он отъедет, соответственно. I'm not sure I've... Да, сука. Это важно сделать быстрее, чем в эту комнату кто-то из... чем кто-то из наших целей зайдет в комнату, потому что там мы уже тогда просто просрем эту возможность. О, он отвернулся. И бежим, бежим, бежим отсюда. Фу, мы вообще чуть секундно не спалились. Нам безумно повезло. Теперь нам нужно дождаться, как один из наших, одна из наших целей выпьет этот бокал. В данном случае вот это он будет. И дальше произойдет кое-что интересное. Так, вон они пришли. Блин, как бы, может, через шторку посмотреть не получится. Вот он выпивает, роняет и умирает. Все. Подтверждаю устранение цели. Отличная работа, 47-й. Остается сестра Илдос. Ага. И сейчас она, так сказать, в шоке от происходящего, пойдет на балкон поговорить немножко по телефону. Опять же, мы сохраним это все дело. Вот. Ее можно столкнуть с балкона, но в противном случае вот эти вот люди, видите, девушка в белом смотрит в нашу сторону. Она постоянно меня замечала при этой попытке, поэтому как-то нет смысла в этом особо. Подслушаем разговор. It's time. Пора. И все. Hey, what are you doing wandering around? Скотина, он запалил меня. Вот, после того, как она поговорит по телефону, нам нужно будет проследовать за ней.
Вот, вот эта козлина, вот, которая мне мешала пройти задание изначально. Потому что она, соответственно, видела, как я сталкиваю ее. Может, отсюда будем услышать? А, да. Похоже, что сестра Элдус не планирует сгореть вместе с остальными членами культа. Это может пригодиться. Ну, насколько я напоминаю, что они смертники там все. Вот, а она, как видите, видимо, не особо планировала это делать. Вон, смотрите, тащит его. Так, мы идем за ней. Сестра Элдус покинула пентхаус 47-я, и она торопилась. Интересно. Угу. А мы идем за ней. Greetings. Вообще жаль, что у нас всего один яд, нам бы пригодился второй, но мы бы тогда просто не успели нигде. Ибо очень мало времени на все про все дается. Ну, промежуток очень-очень маленький. Давай быстрее, быстрее. Ну что случилось? Со стариком что-то произошло. Остальные нестабильны. Уверена, его план сработает сам собой. Нам нужно убираться отсюда. Понятно, уходим. Вот. Ну и сейчас она вот с этими какими-то непонятными какими-то боевиками будет линять отсюда. Мы пока винишко попьем. Потому что в ту комнату нас не пускают. Нам остается только дождаться, когда они из нее выйдут. А выйдет их оттуда, ну, по-моему, человек 5. А вообще, на самом деле нам абсолютно не обязательно дожидаться их, потому что они просто пойдут на улицу, а я уже знаю, куда они пойдут. Я предлагаю их обогнать и просто получить стратегическое преимущество в этом плане. Так, здесь стоит охранник. Мы его обходим с этой стороны. Не знаю, не успеем, наверное. Не успели. Слишком палевно туда зашел, поторопился. Ну так вот. Так, открываем. Эти где-то по лестнице еще только идут. Ага, да, они спускаются. Ух. Так, 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 так. И сейчас надо проскочить будет. Прям, вот прям успеть очень постараться. А, отлично. И пробегаем сразу вот сюда. Фух, сюда встанет один из охранников, единственного, кого мы устраним, потому что остальные нам, в принципе, не мешают. Все, она встает здесь, будет до последнего тут стоять. Подождите, а где он? Стоп, 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 не хватает охранника. Вот этого, потому что я уже все протестил. Ну, слушайте, если его нету, да и в жопу его, я так все сделаю. Серьезно. Или вон он идет? Нет, это не он. Короче, нас волнует всего здесь пара человек. Ходит вот этот товарищ. Опа. Или он все-таки сюда идет? Нет. Или да. Сейчас я воспроизведу их хождение. Так. Ага, все-таки да, он сюда заходит. И нам нужно от него будет избавиться. Он в этот угол сейчас пойдет, вот в этот вот, вот этот вот, где стоит пропан. Мы его уберем, переоденемся в его вещи.
И дальше у нас будет малюсенькое окошечко, малюсенькое, в котором мы должны успеть устранить ее, пока никто не видит и пока не все отвернулись и так далее. Это будет сложно, мы это сделаем не с первого раза, но мы это сделаем, потому что я это уже сделал. Проворачивал, имею в виду, потому что какие-то проблемы с записью были в очередной раз. Так, все, отлично. Так, теперь дальше сложно. Дальше сложно. У меня вроде здесь нет этого сохранения. Нет, вроде у меня здесь всего нет. У меня есть только где я уже все сделал. Ну, короче, вот этот надо дождаться вообще в основном вот этого чувака, чтобы он отвернулся. Этот ходит, видите, он часто ходит, а вот этот стоит подолгу. Так что вот этот тоже часто ходит, он сейчас уйдет. Надо дождаться только вот этого, и все у нас получится. Этот снова ушел. О, и этот. Свинчивает отлично. Лучше сразу работать удавкой, потому что это сэкономит нам... Блять. Да, он быстро вернулся назад. Это сэкономит на время, потому что нам не надо будет ее снова брать, там это... То он сразу же ее в режим таскания возьмет, так сказать. И мы очень оперативно сможем ее уволочь оттуда. Блин, вот никого... Вот этот единственный меня немножко напрягает, но он, я думаю, уйдет. Да, ага, он дальше идет. Дождемся сейчас вот ухода вот этого товарища. И все, это наш звездный час. Да ты, скотина, ты же ушел! Ох, вы только посмотрите на этого говнюка, он ушел уже. Он, можно сказать, сквозь стену меня увидел. Ублюдок, мать твою, а. Ладно, снова выжидаем. Ждем, пока этот паскуда свалит. Этот ушел. Отлично. Ждем только тебя, родной. Все. Здесь мы сохраняемся. Ну-ка, мы попробуем. Ну-ка. Нет, не получилось. Он просто Хитман 47-й. Он как-то раз... Все цели устранены, 47-й. Контракт выполнен. Я позабочусь, чтобы деньги перечислили на твой счет. Как всегда, отлично сработано. Все, оставляем ее здесь, мы отлично справились. Я даже перезапишусь на то же самое сохранение. Теперь наша задача отсюда свинтить. Сделаем мы это, конечно же, на катере. Потому что других способов я не вспомню. Я что-то начинал говорить, меня Диана перебила, я мысль потерял. Ну и ладно, хрен с ним. В общем, вот, вот так быстро миссию типа по стелсу можно пройти. Но нам за это, да, дадут 5 звезд, но... Все-таки жаль, что, конечно, пришлось его отравить, и все увидели его тело. Там есть более стелсовый вариант, но, блин, там просто тогда Юлдус это зависает и ничего не делает. Потому что я все-таки нашел промежуток, когда он в одной комнате находится один, и там даже есть где его спрятать, но тогда Юлдус зависает, и непонятно, как ее убрать. Так что там такая ситуация спорная. Любопытно, я только что заметила резкий скачок нагрузки на сеть отеля. Похоже на ряд автоматически отправленных сообщений. Я немедленно направлю команду это все выяснить. А мы уже все, мы уже сами все выяснили и свинчиваем отсюда. О, 5 звезд. Ну, единственное, вот что так для интереса могу показать. Это вот прошлая запись, которую мы с вами час играли, где я водку пытался найти. Это вот я за кадром просто в этой записи ходил, и получилось так, что, видите, вот он идет вот на эту вот
наверх поднимается, вон она стоит, вот эти все послушники. И видите, он подходит вот к этой чаше, для которой водка нужна. Здесь его можно устранить и сразу же убрать. Но Юлдус, сучка, зависает и вот стоит там до победного. Так что тут как бы, ну, дорога в один конец. Как бы то ни было. Ладно. Самое важное, что мы все-таки закончили эту миссию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока и удачи.